Всем привет! Вышел проверить, есть ли ночью раки. Вот сейчас поплаваю и все увидим. Так, у меня пока что ничего. Морозец. Окушки. Раков пока не вижу. Ну, это так, проверочная. Ну, вода пока еще не совсем такая прям чистая. Я вон сплаваю туда, вон, в залив. Пока по речке плавать не буду. Просто там вода чище, чем по реке. Пока что ничего не вижу. Так, сейчас грибану дальше. Вон там посмотрю, вроде мелко. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп, куда? Блин, камышам прям почему-то резко прибился. Вот главная подлодка очень мелкая. Так, оттолкнусь. Ну все, где-то уже 1,5 метра, и видно плохо. Так. Я, кажется, нашел. А может, это корни. Да, вот пригляделся, это корни. Камыш. Ага. Нету. Сейчас так оттолкнусь. Мне кажется, ничего не будет. Надо будет уже под конец месяца смотреть. Так, ну дальше травы много. Так. Что-то прям остановился я резко. Не плывет дальше. Мне камышам надо. Покрышка. Да. Одному, конечно, неудобно. На веслах был бы кто. Угу. Ну вот, доплыл до поворота. Щучку одну встретил. Раков нету. О, рак. Стоп. Хапалка. Такой хорошенький. Стоп. Я уже его потерял. Стоп. Он в траву залез. А, вон, не. Тихо. Ну, короче, я рака сейчас увидел. Угу. Такой хороший, крупный. Ну, вот как я и говорил, начал светить, и он зашевелился, закопался. Пока не вижу. Ну вот один рак встретился. И все.
Так, рака увидел. Есть. Вот такой рак хороший. Вот такой вот и убежал. Ну да, травы много. Я уже по-быстрому начал плыть. Заметил. Вот такой хороший рак. Через недельку тогда вот поплаваю. Уже буду не один. Сидит один. Есть. Так. Эх. Далеко, далеко. Блин. Очень далеко я отплыл. Сидит он в траве. Если можно увидеть. Вон он сидит. Хороший тоже. Блин, по идее вообще-то должен подплыть к нему. Как неудобно одному. Ой. Есть. Хороший тоже. Он какой. Крупный. Сейчас, сейчас. А это вот он где. Ну вот. Угу, подплыл. Не зря сюда. В траве сидят. Блин, ну, остальные, может, и убежали. И уже просто наугад. Вроде вижу его. Ну, ничего, схватил. Вот такие вот. Оба крупные. Встретил я рака. Вон там травы куча. Вот где-то там сидит. Тут еще он гибрид попался. И мне кажется, подлещик был. Ну, это все уплыло. А рак вот здесь вот сидит. Может быть, и поймаю. Вот где-то он в той траве. Ну, травы, конечно, он видно, что много. Есть где спрятаться ему. Тоже крупный. На чистом месте вообще нету. Не сидят. Есть. Есть вот какой. Гибрид. Ой, гибрид. Окунь стоял рядом. Хороший. Да он и сейчас стоит, вон он. Так. О, еще один есть. Так, 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 быстрее, быстрее, быстрее. Оп. Есть.
Вот вода чище стала. Вон он еще один. Вот он. О. И в лодку. Хорошее место. Или они только начали выползать? Скорее всего, вот мне кажется, больше на это. А то вообще не было. Нормально так. Ага. Ну а тут уже вот поворот уже идет. Дальше глубже. А, кстати, вот как я стою прямо на том берегу, мелко. Вот можно там посмотреть. Поплыву на тот берег. 23:41 время. Так, так. Вот хотел уплывать. Еще один. Ну, чуть меньше. Только развернулся и рака увидел. Встретил я рака между камышей. Был. Вот сейчас надо увидеть, где он сидит. Стоп. Может, убежал. Вот здесь вот сидел. А, вон он, вон он. Не знаю как. А, во! Нашел я его. Все. Так как его схватить, только надо подумать. А в корнях сидит. Есть. Вот. Ну, ничего, такой нормальный. Так что я до того берега еще не добрался. Здесь поворот же. Чуть повернул, и рак сидит. У него глаза засветились. На камыш лез. Увидел. Ну, я на него посветил, вот он спрятался. Ну, все. Ну, что, на тот берег тогда. О, сразу как видно, хорошо стало. У меня батарейки сели, оказывается. О, сейчас по-быстрому. Пока не сели эти. И хорошо, что у меня запасные есть. Кое-как я нашел такие батарейки. Сложно найти. Эх, обидно-то как. Так, сидит рак один. Ага, чуть не убежал. Так, сразу в траву. Начал на него светить. Заклещни его. Ну, тут маловато. А, вон он, точно.
Блин, надо назад. Я его уже прозевал, можно сказать. Так, где он? Все. Отвернулся, все, значит, ты его потерял. Еще лодка не слушается. Главное, подгребать начала, она обратно уходит. Не, уже не видно. Хотя где-то вот здесь вот должен быть. Нет, далеко. Я говорю, лодка взяла и отплыла. А, грибанул, она уплыла. Плохо. Вот тут уже глубина. Два рака уже пропустил. Я до них не достану. Глубина. Но раки тоже сидят. Вон он. Ой-ой-ой. Я уплываю. Мы назад гребанем. Так. Вот он сидит, но он далеко. Блин. Очень далеко. Ой. Ой-ой-ой, там еще один сидит. Но там уже мельче. Глубина не такая. Сейчас попробую причалить. Не вижу глубину. А-а-а. Руку намочил. О, какой хороший. Руку намочил, зато он какой... крупный попался. Ну как намочил. Главное, одежда сухая, только рука ушла слегка. Да, одному неудобно. Это я вот уже в обратную сторону плыву, по другому берегу, где еще не плавал. О, сидит. Обратно приплыл, где много было раков. И вот обнаружил. Ну ладно, с травой зато есть. Так, внимательней. Блин, ветерок. О, еще один. Блин, могу не достать. Достал. Есть. Так, сейчас волна стихнет. Вот оно место. Все, буду знать. Хорошее место. И мелко. Чисто, и травы не так много. Ну как, спрятаться они, конечно, могут. Где-то был рак. Пока развернулся, убежал. Я, наверное, наплыл на него. Эх, хороший был.
Да, сильно, наверное, грибанул. Да, полз прям сдалека, видать, было хороший. Убежал. Вроде на него смотрел. Да, он где-то вон там был. Все, ладно, убежал, поплыл я дальше. Батарейка может сесть. Да уже время прошло. Садится. Вот получилось. Ночная охота за раками такая вот. Проверил. Раки есть, так что все хорошо. Через недельку точно поплаваю. Уже буду не один.